Я вас приветствую, дорогая церковь. Я хочу вам засвидетельствовать, что Бог нас так любит. Я просто не ожидала такого блаженства, в котором мы побывали. У нас 4 сестры было в первом заезде. Так Бог усмотрел. Я прошу, Богдан, посмотри, пожалуйста, тема была у нас Колоссянам 3:14. Это тема о любви. Что может быть превыше любви? Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Мы получили такое благословение от Господа нашего. И только один нюанс, конечно, есть один минус. Муж спалил мою любимую кастрюлю. Я вам скажу, как посмотреть этот минус. Для вас минус, а для мужей это плюс. Чтобы в следующий раз не палили, нужно иногда спалить что-то, чтобы научиться не палить. Понимаете, да? Поэтому не бойтесь, когда что-нибудь сгорит первый раз. Потом будет все нормально. Первая котлета, первая картошка, вы не поверите, и так дальше. Я его целовала, сказала, будет новое. Это очень хорошо, что поцеловали, сказали, что будет новое. Я такая счастливая была, что-то случилось. Потому что я сразу ему спросила его. Будет. Захочет есть, будет. Я как приехала, я сказала, муж, я хочу снова туда поехать, если будет возможность. Ты не против? Конечно, нет. Потому что я приехала такая, знаете, как будто там сзади крылья, а это же он видит все. Вот. И... Если там были какие-то минусы, то Господь дает мудрость, как поступать и что говорить. Я думаю, что у всех, у кого-то там, у кого неверующие мужья, то есть. Но о самом главном. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. К нам тоже на какой-то день поступила эта новость об мобилизации. Там есть сестры, которые плачут день и ночь, которые нам свидетельствуют, и их невозможно утешить. Только тот, кто испытал потерять сына или ребенка своего, вот это невозможно. Нет, невозможно их утешить. Даже словом и словом Божьего, она да, но все равно плачет, и она, я понимаю, плачет. Ну, не несмотря ни на что. Вот я хочу вам только вот несколько... Много у меня там уже записано, но... Вот 1 Иоанна 4:8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Пока мы на земле, выход есть. Это тоже я записала. Меня коснулось очень сильно. Я выбирала, сказала, Господи, я хочу там засвидетельствовать, но вот что? Ну, такая тетрадь, все. Но вот именно это я выписала себе. Пока мы на земле, выход есть. Идти к Богу. И стабильность только в нем. Слава Ему за все. Открываю такое знакомое место из Библии, возвращаюсь к нему и читаю его вновь и вновь. И Господь говорит мне слова в простоте своей дивные. Достигайте любви во Христе. Познавайте любовь. Золотые слова. Совокупность всего совершенного. Глубина христианства и вести евангельской суть. Все пройдет, но любовь пребывает вовеки нетленно.
Счастлив тот, кто находит любви превосходнейший путь. Кто идет по нему, не прельщаясь светилами ложными, возрожденной душой, поднимаясь до светлых высот. Не ища своего, он искать будет лучшего, Божьего. В Богом данной любви он потерянный мир обретет. Нет, не призрак она, недоступный и недосягаемый, и образ прекрасный Господь в своем Сыне явил, чтобы в жертвенной смерти Иисуса Христа постигали мы, что такое любовь, что такое вершина любви. Аминь. В нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах, для усталой души одно место осталось нам. Это Божьего дома уютный очаг. В этом доме, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать. Еще слышны молитвы и дружное пение, еще, падая, люди умеют вставать. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, еще к Богу поднять не стыдятся лица. В этом доме поныне душой сокрушаются и еще не забыли о слове «прости». Еще в память о Господе хлеб преломляется, погибающим можно спасение найти. Среди мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным глубоким глаголом живых. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, еще к Богу поднять не стыдятся лица. Болезни, падения и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. И внимание чуткого к душам гости
и внимания чуткого к душам людским. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением. Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг. За то самое сладкое в мире общение. Церкви Божией в собрании Христовы святых. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще к Богу поднять не стыдятся лица. Слава Господу! Слава Господу!